Сохраним борт чистым. Сегодня в день эколога в округе приводили в порядок зеленую жемчужину Серпухова. Бор убирали молодогвардейцы, сторонники партии «Единая Россия» и школьники Троевой бригады. Перед началом экологической акции построение и инструктаж. Утро у нас солнечное, радостное, и мы это утро посвящаем уборке бора. Сделаем его чистым. Городской бор является особо охраняемой природной территорией областного значения. Хочу, чтобы вы знали, как бы подчеркнуть важность события. А после раздачи мешков и перчаток участники экологической акции разбрелись по лесу. Бор встречает непримятой травой по пояс, цветущей земляникой и непривычной тишиной. С первых же шагов все отметили, мусора стало меньше. Возможно, потому что в конце апреля здесь проходил мегасубботник. Мировоззрение у наших земляков меняется к лучшему, считает Надежда Еремина, но пока не у всех. Вон еще под кустами. Донести не решился. Вот уже 13 лет День экологов в Серпухове отмечают уборкой бора. Традиционно в акции участвуют молодежь Центра по профориентации, представители местного отделения «Молодая гвардия» и сторонники «Единой России». Хотелось бы, пользуясь случаем, призвать наших жителей, чтобы они ценили те места, в которых мы можем отдыхать, гулять с детьми, с родственниками, ценили труд нашей молодежи. Уборка, признавались участники акции, доставила удовольствие и больше напоминала приятную прогулку. Довольны остались все. Лес стал чище. Антон Колесов напомнил, казалось бы, простые, но важные истины. Чистим парки, боры. Нравится, когда чисто, а когда грязно, это совсем плохо. А лето только началось, так что давайте сохраним и этот бор, и другие места отдыха чистыми.